ровная спина, вот это еще вот это место не толкай. Да, тогда у тебя пах открывается. Если ты вот это место проваливаешь назад, пах закрывается. Тебе нужно открыть пах, поставить плечи, вот это место держать. Подбородок. Вот, все. Ань, звезда моя, тебе там вот это место. Давай. Вот. Держи, мне нужно пах открыть со спиной со своей. Мышцы на удержание тоже должны работать. Не только на растяжение. Провалила опять. О, Алиса вилки не хочет. И Соня, смотри, вилки не хочет. Она же прям устаралась. Ань только любит вилку. Она кушать хочет. О, Настя тоже молодец. Не хочешь? Ложимся вперед. Животик свой кладем на ножки. Ой, сейчас будет вилка. Сейчас будет вилка. Давай. Соня, ты зачем спинку так округлила? Она не выпрямляется? Это там, может быть, в голове что-нибудь не выпрямляется. Когда я подхожу, она выпрямляется выше. Звезда моя, давай. Я же говорю, она со мной выпрямляется, она сама это делает. А самой как-то без меня, Соня, тебе не получается? Да? Восемь лет. Нет, тебе 9 же, да? Ой, даже 10. 10 лет. Самый жесткий возраст. Мышь вообще просто. А у Васи 9. Ну, он обычно вот в 7-8 лет начинается очень жестко. Деревенеет связки, мышцы. Так что нужно там дома утянуться. Да, нужно утянуться. В этом возрасте вообще лучше тянуться. Каждый день. Правую ножку вперед с куликом.